Попробую опустить ставни. Чем меньше мест для входа, тем лучше. И как ты их опустишь? Я попробую сломать систему безопасности. Не подпускай ко мне. Ну что, да начнется веселье.
взрывчаткой! Сделаю! Но все кончилось. Я возвращаюсь. Вакцина не фуфло. Отлично. Идешь куда-то? Так точно. И что ты задумал? Весь город скоро поджарит. Не тупи, бро. Звони в правительство. Скажи, мы нашли лекарство. Потяни время. Чокнутый ублюдок. Благо, ты в порядке. Хорошие новости. Все кончено. Город спасен. Стреляй, Джилл. Как? Где я? Что происходит? О! Внимание всех горожан! Ракетный удар будет произведен через несколько часов. Заряд боеголовки уничтожит весь биологический материал. Вы не выживете, если останетесь в городе. 1 октября. Эвакуируйтесь немедленно. Повторяю. Нет, эвакуируйтесь. Не может быть. Это не учебная тревога. Thank you.
добрым утром, Соня. Ты спас мне жизнь. Нифига подобного. Это все Карлос. Принес тебя сюда и выхаживал. Больной ублюдок. Где он? Под землей. У Барда там запас вакцины. Наша последняя надежда. Думает, что справится один. Я за ним. Стой! Ты не слышала? Город скоро взлетит на воздух. Я пытаюсь связаться с кем-то уполномоченным остановить это. Оставь это ему. Он профессионал. Как и я. Ясно. Отговорить тебя не получится. Хранилище тут, внизу, под больницей. Связь с Карлосом пропала. Так что жди беды. Это явно работа Николая. Thank you.
Думаю, я пролезу. Головная боль гарантирована.
Видимо, это путь под землю. Никто в больнице этого не заметил.
пахнет уважением. Но, боюсь, тут все и закончится. Думаешь, это все?
Ну, поехали.
Он смылся. Что он здесь делал? Тайрелл. Я пробился. Они готовы к переговорам. Они отменят удар, если... Это охренительно, если... Если мы отдадим им вакцину... До запуска. Сколько у нас времени? Пару часов. Максимум. Тогда поспеши. Сюда. Вакцина должна быть там.
Может, тебе отдохнуть? И потерять время. Я тебя прикрою. Ну ладно, за дело. Сотрудникам рекомендуется всегда иметь при себе ключ для разблокировки до завершения эвакуации.
Ключ для разблокировки. Начало синтеза вакцины. Поместите материалы в камеру. Синтеза? Мне что, самой все делать? Ладно, разберусь. Ключ разблокировки успешно сгенерирован. Что тут у нас? Ключ разблокировки изъят.
А вот и источник питания. Образец антигена. Это точно понадобится.
эти раны. Господи, так это тут их делают?
образец усилителя. Их добавляют к антигенам для усиления иммунной системы. Значит, его зовут Немезис. Thank you.
Видимо, я пропустила какой-то шаг. Обнаружен посторонний материал. Обнаружен посторонний материал. Обнаружен посторонний материал. Thank you.
Заебись. Аривидерчи.
нельзя позволить Николаю уйти с вакциной. Надеюсь, Карлос остановил его. Остановишь. Это ведь твое, да? Нет! Ты хоть представляешь, что натворил? Плевать, совершенно. Мой клиент поручил мне уничтожить Амбреллу. 10 минут до ракетного удара. О! Ракета запущена. Мне пора. Прощай, Джилл Валентайн. Жаль, ты не прислушалась, когда еще был шанс. Джилл! Стреляй! Не могу! Тебя заденет! Давай! Ты должна! Выхода нет! Оставлять тебя в мире без Карлоса. Слишком жестоко. С ним что? Почему? Ради чего? На все есть своя цена. Даже на мир в огне. На кого ты работаешь? Расскажу, если вытащишь меня. Заплачу сколько захочешь. Дура. Ты дура! Если я умру, тебе не узнать правду. Поработаю немного детективом. Джилл, ты цела? Вот она. Все кончено.
когда жар взрыва окутал нас, я чувствовала холод и пустоту. Столько смертей, и причиной им был не вирус, создавший монстров, а жадность. Человеческая жадность. И тогда я решила, пепел Ракун-Сити станет и пеплом Амбреллы. Я уничтожу их раз и навсегда.